как я сейчас, сколько я пыли подниму. Камера, мотор. Привет, друзья! Начало репортажа «Восхождение на Эльбрус». Сколько дней я готовился, скажу вам, и 25 точно. Петр Степанович, скажите, как вы себя чувствуете на видео? На видео? Да-да-да. Я всегда готов. К чему? Хорошо себя чувствовать. Только надо что-то для этого делать. Понимаешь, говорят, красные кровяные тельца вырабатывают. Ну, сказали, вина хлопнуть вечерком. Петр Степанович, это глыба. Это легендарный, легендарный главный редактор журнала «За рулем». Килограммчик уже отлетел, пока лезли. Час 15. Но сбежим мы очень быстро. Я бы терплю даже. Ой, ребят, еще, я не знаю, там может... Петр Степанович, как? 50-70 наберем. И вниз. И все? Главное, мелкими шажками. Мелкими шажками идешь. И глубоко дышишь. И расслабляешь. Живот выдыхаешь. Чтобы не нагнать дыхание. Вершины горы Эльбрус, западная и восточная. Там между ними седловина, где обычно путники, желающие попасть на самый верх, они отдыхают, заряжаются шоколадками. Шуточки, вот только что прошли. Потихоньку, там веревочка такая, держишься за веревку, и тут начинается шторм. Шторм, когда ты уже не знаешь, есть шанс сойти или нет. Мне повезло, я зашел 2 года назад. Опять? Слава. Меня шатает, как будто я в говно. Да, кусочек съем. Пока это все, что я могу снять. Друзья. Друзья, вершина от меня 300 метров всего лишь. Вершина Эльбруса. Говорят, видите, какая непогода. Мы пойдем. Да, таймлапс с облаками, ни хера не таймлапс. Херачит облака просто по тебе. Даже небеса. Опять? Вот, друзья, мы на вершине Эльбруса. 300 метров назад я говорю.
понимают, что Земля – это уникальное создание нашей природы. Уникальное создание. Давайте ее беречь.